Здравствуйте, товарищи. С фрезерным станком мне досталась долбежная голова, вот я ее перебрал, более-менее. Ничего на самом деле не ремонтировал, просто промыл, все смазал по-человечески. Все было смазано консистентной смазкой, ну как у нас любят. Везде есть масленки и даже резервуар для жидкого масла, но нет, мы задаем туда литола, который там работать не будет, у нас задерет направляющие, все как мы любим, короче. Вот. Однако там пострадала только одна направляющая, и то не очень сильно, ну долбили, потому что не очень много. Ну, в принципе, сейчас покажу, как оно работает. Подаю где-то примерно по десятке, по полдесятки. Мне, в общем-то, станок ушатывать некуда. Но вот как-то так. На самом деле большой нагрузки на станок я не заметил. Мне все говорили, что долбежная головка убивает направляющие станка, но я что-то как-то не заметил какой-то нагрузки, ну, потому что чувствуется все-таки. Вот такая вот стружечка на выходе у нас получается. Вот. Ну вот как-то так примерно.